Габри и Агабри. Габи смотрит мультик? Да, именно чипик. Это, ну, это не совсем чипсики, это как чипсики такие Габи сейчас будет кушать, да? Да. Мама сюда принесет? Да, да. Хорошо. One, two, three, four, five, six, good. Да, Габи. Так, мои равиоли с сыром. Your fish nuggets. Дома в мячик играть. Я сама не поняла, почему у меня волк вышел. День сегодня. Сегодня просто теплотень. Так тепло, так просто по-весеннему. Ну, правда, болотно немножко, потому что был дождь вот эти дни маленькие. И все такое влажнючее. Но такой теплый воздух, уже идешь, и вот тебя обдувает теплый ветерок. Очень приятно. Пошли за Эдошкой. Габи, выйди, выйди из этого болота. Дай ручку маме. Габи так далеко от меня всегда убегает вперед. То есть она бежит намного-намного впереди меня. Когда мы идем в школу, по крайней мере. Конечно, возле дороги я ее всегда догоняю. Но вот она знает, куда она идет. Она без проблем. Я думаю, если ее здесь оставить, она вернется домой. Но здесь есть куда идти. Тут несколько блоков нужно пройти. То есть она будет знать, какую улицу перейти, где повернуть и какой наш дом. То есть это 100%. Ребенок каждый день в течение скольких лет уже ходит. В течение 3 лет ходит по этой дороге. Конечно, она знает. Доча, доча, там так грязно. Так что, такие дети уже умные. А вон наша Мариночка там. Идем, там вон Клоечка идет. Вон Клоя, Габи. На площадке вон Клоя. Вчера велосипед? Yeah. А он накачал колеса? Yeah. Да? Yeah, we were leaving. А вы ездили на велосипедах? Yeah. А, серьезно? Залазь, Габи. Залазь. Не, ножку вот так. Опа, садись. Что, сынок? Да. Вот так, крути ножками. Ну, крути. А, да, он не работает. Давай возьмем другой велосипед. Ты вчера ездила на другом или на этом? И это. Этот, ну давай. Воду поехал, сейчас приедет. Пошли. Здесь у нас стоит, что если масло капать, видеть подставка. Надо вот сейчас включить, Костю попросить. Чтобы включил уже шланг, потому что у нас на зиму мы отключаем, чтобы вода не замерзла. I'm really, really good, guys. Ну пошли, пошли outside. Так, в общем, короче, это мне нужно, чтобы... И тут только смотри, пожалуйста, за машинами. Watch out, be careful. Можешь вокруг блока объехать. Осторожно, иду, хорошо? Хорошо. Он знает, что он делает, понятно? Я ему разрешила вокруг блока объехать, вокруг вот этого всего блока дома по улице. Привет, Буся. Привет. Вот вам, как тепло сегодня, +15, птички поют.
Хорошо. А? Габи, не едь на дорогу, доча. You guys should try riding a bike at school. I want to get a new one. Смотрю сейчас твою почту, проверяю, прислали. Ну, здесь не видно. Private sale, L'Oreal, приглашение. Вот мой красавчик едет. Ну, велосипедист. Поехали, бай-бай. Только едь с краешку здесь, Габи, с краешку. Там. Зачем там? Не-не, едь с этой стороны. Тут едь, вот по этой стороне. Габи, Габи, не едь по дороге. Едь с краешку. Иду с краю дороги, едь по краешку. Не оставляй ее одну. Не оставляй ее одну. Боже, когда ты, Идоша, на этом велосипеде катался? Мы приехали, когда в из Канады, он на нем приехал. В аэропорту на нем. Да, прям лето уже сегодня. Only when you're going fast. Хочется вам пожелать хорошего дня, доброй ночи, доброго утра, добра. Пусть встречаются вам добрые, хорошие, позитивные люди, которые не хотят вас использовать в плохом понимании, которые хотят вас использовать в хорошем понимании. Например, хотят вам дать работу, потому что вы самый лучший, они хотят вас взять к себе, чтобы вы выполняли их работу, потому что вы специалист, они хотят вас таким образом использовать. Супер, нет, правда? Намного лучше использование, чем какое-либо другое. Например, использовать ваши профессиональные навыки. Не использовать вас ради самого использования. Понятно, я сказала? Все, заправку.